Ребята, всем привет! Сегодня такая у нас неординарная тема про Платон. Хочу вам рассказать про систему Платон. Да, это тема наболевшая. Эта тема довольно-таки и интересная в том плане, почему мы платим, за что мы платим. В краткости распишу, что такое Платон. Платон – это система взимания платы по трассе за километр трассы. Именно не региональной, а федеральной трассы. И поэтому, когда ты едешь, то есть на грузовике свыше или на фуре, там без разницы, что у тебя есть, свыше 12 тонн, общая масса, фактическая масса автомобиля, то ты платишь за каждый километр этой трассы федеральных дорог. Вот. Это, конечно, все, как я подразумеваю, это, конечно, мы не должны за это платить, потому что у нас есть много, куча разных всяких, это дорожный налог. Это там акциз на топливо. И, короче, много-много-много можно перечислять. Но мы платим, да, как бы мы платим. Почему я снял это видео? Потому что мне пришел комментарий от Лео. По расе удачи больше не будет, Платон натянет тебя. Не, ребят, меня, ребят, Платон не натянет. Это я натяну Платона, понимаете? Есть... Реально рабочая схема, по которой можно натягивать Платона. Но это пока она действует. Не знаю, до какого времени она будет действовать. Пока у меня есть бортовое устройство. Вот, расскажу немного о нем. То есть, что надо, как надо. Надо, по идее, да, я зарегистрирован в системе Платон. Да, есть у меня официальная там регистрация, все на телефоне. У меня даже есть... на планшете, вот я покажу вам. Вот у меня есть на планшете вот такой вот личный кабинет Платон, да, то есть вот я захожу, вот, и вот тут там подразделение, могу все это смотреть, сколько у меня денег на счету, вот, какие операции совершались с моего аккаунта Платон и все такое. Да, я зарегистрировался, но по-другому никак. Если без регистрации, да, то мне придет штраф. Штраф на частное лицо, 5000 рублей. За каждый километр Платона в том году был это рубль 53 копейки. 1 рубль 53 копейки. И то это уже было значительно. А сейчас это рубль 90 копеек. То есть почти 2 рубля. То есть сводит к одному, что... Вроде как платить надо, но есть система, есть уловка обмана, я вам расскажу ее сейчас. Не знаю, может уже и пользуются миллионы дальнобойщиков или как-то, я не знаю. Я сам ее такую тоже как узнал, не узнал, а сам так придумал, так подумал, что вот как-то так. Платить я не собираюсь, я буду их обманывать, да, я их буду нагибать. Меня Платон не нагнет. Будет нагибать меня, я придумаю другое средство, как нагнуть снова этот Платон. Да, ребят, это так. Это Россия. Так, ребят, показываю, как это работает. Вот, то есть, самого бортового устройства Платона. Вот оно, да, я его получил. Вот, так как маршрутные карты я не сразу не стал оформлять. Это все какая-то лажа. Мне это все не понравилось. Я просто поехал, зарегистрировался и получил вот это вот устройство. Вот, оно у меня прикреплено на присосках, вот здесь к лобовому стеклу. Во-первых, оно всегда в разряженном состоянии, вот. Если у него какой-то там встроенный датчик, если по нему стучать, то получается он как датчик удара на сигнализации срабатывает и начинает что-то там пищать и показывать. Вот, вот эта розетка идет его, вот это идет питание. Вот я включаю питание, видите, загорается... навигатор, а он не загорается. То есть, когда мы едем, вот, просто мы едем по трассе, да, вот, мы его не включаем. Вот, розетка у нас выключена. Но почему? Ну, у меня стоит вот в таком положении. И когда мы едем по трассе, видим там платоновскую там машину, видим там платоновские рамку, мы начинаем просто как, ну я начинаю, просто я, если это, я хорошо смотрю, если я где-то езжу, я запоминаю местность, где они стоят, где что, если даже еду ночью, вот, потому что рамки они, я так понимаю, и ночью работают. И все, и в этот момент просто, когда мы проезжаем, мы вот включаем нашу систему, вот, великую, вот сейчас она, видите, за лампочки у нее заморгали, все, она пикнула, она дала знак, что она работает.
Вот. Денежки, соответственно, на ней есть. Все работает, все отлично. Все, буквально это происходит. Мы пролетаем эту рамку, если на 60, там, на 50, на 80 километров в час, да, ну это от силы 5 минут. Все, проехали, как проезжаем, да, все, он заработал, он понял, что деньги есть, что я на этой трассе, не знаю, как он это понимает. Вот, ну, то есть работа спутника. Все, дальше, когда я его вытаскиваю опять вот так вот, все, у него показывает, что батарея разряжена. То есть, когда батарея разряжена, он дальше уже, он сейчас пока еще в каком-то режиме работает, все. Он начинает там считывать километры, там списывать какие-то там копейки, все, он погас. А это, ребят, наболевшая тема, да, она остается стой, не бастуй. Вот, все это ни к чему не приводит, я не знаю почему. Вот, государство у нас такое. Ну, в общем, как-то так. Спасибо, ребят, за видео, кто смотрел его. Всем огромной удачи и пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте писать комментарии.